В этом видеоролике я хочу передать привет Вадиму Цалпину. Вадим, большое тебе спасибо за плакат, который ты мне дал в типографии. Вот такой вот плакат мне подарил Вадим Цалпин на память. Этот видеоролик я не планировал, но так получилось, что я решил снять этот ролик как больше рекламу, но с большим очень опозданием. В общем, у меня сейчас 12 часов ночи и 20 минут. В общем, будет туса в Даугавпилсе, пройдет это с 22 декабря по 23 декабря. В общем, в Детонансе будет туса. First time in Baltic, place Detonans, галерея Naked Gun Clan. Короче, в 10 часов утра. 10 часов утра. Блин, я не знаю, 20.10 или... Черт. Честное слово, тут просто написано, что в 10. Вроде как бы в 10. Ну да, в 10, в 10. Я это не буду вырезать. Короче, в 10 часов. Да, 23 декабря. А, вот. Power and Son. И другая туса будет 22 декабря. Ну так мне Вадим сказал, что 22 декабря. Но это будет мега большая туса. Big Break Dance Event December. В 3 часа. В 3-й средней школе. Я думаю, вы знаете, где 3-я средняя школа. Вход для всех, ну для взрослых 2,5. Школьникам 2 евро. Вот, дополнительно скажу, что Вадим пробует какие-то делать тусы, не всегда у него получается, потому что в 2015 году он сделал тусу на 2000 евро, и самое обидное, что на эту тусу никто не пришел. Это было в Олимпийском центре, это был 2015 год, как раз... Там была такая история, видеоотчет, кто помнит, когда я был еще на Фейсбуке, злой школьник. Вот, но это уже не столь важно. Хотел сказать просто, кроме Вадима, у нас есть еще Санчес. Кто знает Санчеса, Деппел занимался у него хип-хопом, тот, короче, в теме. И кроме Санчеса, у нас еще организует Анджик свои тусы. Ну, там, например... новогодняя туса, типа перед Новым годом, типа новогодний джем, где собираются все латгальские бибои и деппелские, и короче тусуются. Вот. А это вот туса, которую я до этого сказал, организует Вадим. И в этот раз он, в общем, в эти тусы не вкладывает ни копейки, то есть его, в общем, проспонсировали некоторые организации. Вот. Ну и в общем вся дополнительная информация под этим роликом. И скажу вот еще что, если вы этот ролик посмотрите уже в субботу, в воскресенье, в понедельник, то скорее всего вы уже опоздали на эту тусу, потому что я уже сказал, что, ну еще раз вам повторю, что я этот видеоролик не планировал, снимая его с большим опозданием, и эта информация с большим опозданием пришла. Ну просто я подумал, что перед этим, когда мне Вадим про это все рассказывал, я думал, он просто очередной раз прикалывается, и какая там туса, блин. Просто последнее время вот я просто отошел далеко от хип-хопа, то есть уже я забил на эти всякие тусы, потому что в какой-то момент я просто уже с этого всего вырос. Но еще раз окунуться в это просто, ну, прикольно. Просто я в целом
Просто поддерживаю латвийский весь хип-хоп. Это не только брейк-данс, это и граффити, рэп, все, что связано с хип-хоп культурой. Я очень много чего лишнего сказал, чтобы вы понимали, что это внеплановое видео, и этот ролик я снимаю с большим опозданием. Dark, it's been the season. After dark, it's been the season. After dark, it's been the season. After dark, it's been the season.